Я вот как организатор считаю, что интерес, видимо, большой. Почти 60 регионов России приехало. И это уже стал форум не только Краснодарского края, это стал российский форум. Достаточно много гостей, иностранных инвесторов. Более тысячи участников. Идет сейчас очень активная работа на стендах, подписание контрактов, соглашений. Так что я думаю, что этот форум отличается своей масштабностью против прошлого года, своими масштабами, размерами не только площадей, которых сегодня более 40 тысяч квадратных метров выставочных площадей, но и состав форума изменился. Присутствуют известные компании, иностранные, российские. Все темы, которые здесь присутствуют, они так или иначе связаны с коммерческой недвижимостью, потому что развитие это будет, так сказать, дальнейшее только при развитии именно этого направления. Поэтому это очень актуально и очень перспективно. После решения в Гватемале мы очень активно работали. Столько было желающих, что нам не просто было всех принять, но мы никому не отказали.